Корпоративная спартакиада нефтяной компании «Роснефть» проходит в этом году уже в юбилейный 15-й раз. Торжественные песни, зажжение огня, приветственные речи руководителей и приглашенных гостей. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, участники, гости зональных соревнований 15-летней спартакиады, от имени руководства и коллектива Ангарской нефтехимической компании поздравляю с открытием соревнований. Уверен, что данные соревнования пройдут на высоком уровне и оставят незабываемые впечатления. Желаю всем участникам успешных стартов и блестящих побед. Предприятие уделяет особое внимание физическому развитию своих сотрудников. В программу игр традиционно вошли самые популярные и доступные виды спорта. Среди них мини-футбол, волейбол, баскетбол, шахматы и другие. Весь год участники проходят серьезный отбор на соревнования, который дарит им множество приятных эмоций. Победа в этих соревнованиях, когда особенно в перетягивании каната, это такое, знаете, вот если вы будете на закрытии в этот день, это такой массовый вид спорта, там как будто все тянут этот канат, и зрители, и участники. И когда вот команда побеждает, и все понимают, что это победа не только в канате, но и в спартакиаде, и все выбегают, поздравляют, ну, это здорово. Это, соответственно, организация досуга, здорового досуга, да. Это, конечно, сплочение, объединение команды, и, соответственно, чтобы работники могли не только выполнять свои непосредственно должностные обязанности, но и, конечно же, защищать честь общества, выступать на таких замечательных спортивных соревнованиях и, соответственно, повышать свои показатели не только в труде, но и в спорте. Спартакиада – самые крупные спортивные соревнования в нефтяной компании «Роснефть». Зональные этапы параллельно проходят в 9 городах присутствия компании – в Ангарске, Хабаровске, Тюмени, Уфе, Бузулуке, Самаре, Рязани, Краснодаре и Туапсе. Победители зональных туров отправляются на финальные соревнования. Александр Гаврилов, Павел Рютин, «Новости сейчас».